Здравствуй, любимый зритель! Это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Но если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, ведь всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра! Жизненько пойти. Не можешь? Ну, пойти этим. Ну, кстати, Invictus мог, Invictus, а Грек мог вам сделки побросать. Не принимайте, пожалуйста, это не он бросал. Я уже понял. Блин, видел же его рыцаря, ну чё я тут стою? Так, а что нужно, чтобы... Нажми на закончить ход. Он меня кидает. Плани кидает. Юнита, юнита. Так, где у нас коммерческий район где-нибудь? Тебя очень сильно лагает. Кстати, везде рынки есть, что ли? Ну, давайте тогда банк. Так, поставим. Ты можешь просто договориться, чтобы никто себя не трогал, и все, он уже не убьет. Да я не трогаю его. Давайте тогда просто... Я вообще предлагаю ему отойти от моего города, Тулузы, потому что его рыцарь против моих мушкетеров ничего не сделает. Иди спокойно развивайся, мы с Крыцки повоюем. Андрей, короче, у тебя что-то с интернетом явно. Так, ну, мы договорились с Инвиктусом мир заключать. И я думаю, что это мне намного выгоднее к развитию, потому что у меня и Вавилон. Мне надо что-то не пересозеренивать. Сразу, да? Грек, у нас с тобой мир через 5 минут только можно будет, что твои войска тебе не будут атаковать. Я уже отвел. Все, через 5 минут займемся. Так, а где тут варвары были? Так, ну у меня 7 городов. Наверное, имеет смысл сюда 8-й поставить. Тут 9-10. Как-то вот так. Виктус, зачем ты апаешь армию дальше? Пойду воевать дальше. Денег некуда девать. Так подошел бы армии сначала и потом апнул. Не, Влад, еще дай денег. Да, наверное, надо идти в Буэнос-Айрес. Захватывать. Вот, даете ему деньги, а это все он будет. Что ты опять паникуешь? Что ты опять паникуешь? Я ничего не начинал. Кто мне сказал, пойдем воевать с Харецким? Кто? Скажи мне. Кто вопрос. Спать войска подводить. Какая разница, господи, подводи ты к моим войскам, городу войска. Я тебе... Не факт, что я бы тебя пошел воевать, видишь? Я в конце концов на тебя не пошел воевать, правильно? Ну, построили войска, подвели, ну все. И увели. Ты же сказал, пойдем воевать на Халецкого. Я говорю, пойдем. Потом ты облажался.
Он облажался. Вот это вот стандартное, когда что-то не удалось, да, и ищем крайнего. Уже почти 11, поэтому помните. Мы еще даже половину игры не сыграли. Дальше будет пока дольше. Так, везде археологический музей строим. Потому что... Так, первый посол везде отправлен, поэтому ставим просто. Плюс два влияния. Так, это мы убираем и ставим соседство кампуса. Да, да, да. У нас тут есть бонусы от театральной, но там мало у меня бонусов соседства. Может, поселенцев поставить и построить пока? Так, отправляем Амани в Вавилон. Дальше еще один ход перлюстрирует. Я бы в Вавилон его еще отправил. Вообще его прокачать хоть как-то надо. Блин. 8 ходов. Надо как-то в золотой век выйти. Какие-нибудь чудеса тут можно построить? Например, чеченицу. А здесь что, Альгамбра? Блин. Ленец, поселенец. Кто-то еще не загрузился? У меня есть Митя и Халиф еще ходят. Я еще хожу, да. Жду, когда Магнус прибудет. Я походил. Египет и индус еще ходят. Так, давайте попробуем найти источник. Наверное, сначала прокачать шпиона, чтобы его в Вавилон отправлять. Я загрузил. Это нормально? Ну, это последний сейф. А, все, фанч, конечно. Здесь все норм. Район будет какой-нибудь театральный от Квиллы, например, можно сделать. Инвектус Окленд захватывает, да? Не, Окленд так и стоит. Я не знаю, наверное, он пойдет его захватывать, но Окленд так и стоит вот это давно.
Ну, висит. А, ну это не из-за войны. Нет, вот усталость из-за войны минус 5. Что-то с этим делать. Ждем Магнуса опять же. Блин, я тут только Кнос вижу. Мне надо Грека исследовать. Наверное, литье откроем. Вот что. А, я поселенцев хотел, блин. Я походил. Три. Где я хочу поселенцев? Значит, одного здесь. И двух тут, да? Шотландец. Это, конечно, верх исследовать. Ну, вообще интересно, тут все-таки разделено континенты. Скорее, мы с арабом на одном континенте, шотландец с французом на другом. Еще так горизонтально разделено. Не, просто смотрю на вот эту верхнюю часть, где Иерусалим, Арма, Окленд, Буэнос-Айрес. Вот почему туда просто не поставить шотландца? Почему генератор лепит его вот сюда, к там, в треугольник 10? Что, прикольно, тут в одном месте три клетки и три разных континента. У моего города. Французы тоже. Сидим совсем обещало. Я не знаю, Квилл тут оставлю, если что, в защите стоять будут. Как они? Мбемб, не Квилл, Мбемб. Тут оставлю. Стоим, ждем да, ну, прибытия Магнуса. Что такое? Ну, пришло. С французом. Давай, Халецкий, будем караваны пускай, что делать? Воевать не получилось, давай дружить. Слушайте, правда ведь есть мускат? Маскат. Маскат, простите. Лиссабон не видели?
Понятно. А вы нормально там живете, я так понял. Да, так, ничего, не жалуемся. Хорошо. Пожалуйста, Виктор. Виктор, мне достаточно союза с греком. Я не буду со всеми вокруг союза заключать. Дружба? Да, мне дружба с тобой. Дойти надо. Я левну. Ну, только из игры не левый. Не, нет, естественно. Перикл 56, Инвиктус 57. 6 ходов. Похоже, я в нормальный век выхожу. Блин, плохо, денег будет мало. В средневековье. Я построила. Так, надо открывать города. Греческие. В Вавилоне через два хода. И он 7 ходов. А давайте. Так, могу ли я... Сейчас я с кем-нибудь торгую? Нефрит сметяем, и все. У Египта вообще ничего нету двойного. Нечего взять. У Грузии нечего взять. Тут тоже. О, шоколад. Планить предложение. Постоянные вылеты, просто постоянные. Так, ну у меня все в Багдад, либо... Мне надо тут открыть города у грека. Что? Города твои исследовать. Как мне иначе караваны отправлять? Куда? Я только Кнос вижу. Ну, Кнос, в принципе... Самый большой. Из парты еще. Да блин, вот так вот спишь с нами и есть охот. Не ешь, подумай. Что я хочу теперь. Я уже заказал. Но есть-то не надо, я хочу особенно. Это отговорки. Он паузу отжимайте, мне пауза не нужна. Ее не ставили.
по дисконнектному? Да. А, я даже не увидел. Да, сейчас медленнее будут строиться эти поселенцы, но... Что же сделать? Какое озеро, блин, реки вливаются. В него такое маленькое, но при том, что две таких полноводных реки в него вливается. Пускай ходит. Так, давайте, наверное, опять... Возьмем скидку, сейчас апнем. Катапульты в бомбарды. Чуть-чуть. Так, ну где, давайте вот тут поставим город. И здесь еще один построим. Поселенцы тут где-то организуем. Так, литье открыто. Университета. Сколько у меня вообще тут рыцарей? Сколько мне еще построить, чтобы... Зашел. Национализм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, то есть... Можно потихоньку. Так, 4 университет строится. Flowers around. А при этом художники будут какие-нибудь. Вот это вот все. Так, мне бы еще рабочих, на самом деле. Давайте вот здесь не археологический музей, а строителей построим. Плюс цель ученого хочет полководца. Мне, кстати, тут в военных лагерях тоже надо что-то организовать. Так, Спарта. Видна стала. В порту можно отправить караванчик. Блин, надо туда к шотландцу идти. У него там на его континенте должны быть ресурсы. Свинину, например, можно будет использовать. Блин, 7 ходов поселенец. Ну, нормально, нормально. Брюссель. А что Брюссель дает? Может мне Брюссель захватить потом? Увеличивается скорость строительства света. 4 хода, а мне не хватает сколько очков? 8.
Ну, вообще, во-первых, можно апнуть в мушкетера. Сейчас кого-то. Инвиктус, у тебя там бесконечный ход, ты закончил? Городские хартии принимает. Это что у нас вообще? А, бонус соседского центра коммерции. Да-да, это хорошая штука. Так, ну давайте, наверное, Буэнос-Айресу войну объявлять. Виктус, мир, да. Я дружусь, я не знаю, что сказать. I fan myself. Родос, Афины. Это для Мбембы оставлено. Тут можно треугольничек из ферм сделать. А, да, я мушкетера хотел апнуть. Кого-нибудь вот здесь давайте. Нет, не дал очки. Жаль. Блин, 166 у Ганди. Ну, после героического века, наверное, похуже будет. Посмотрим, конечно. Дальше ходом пересчитается, потому что там 3 должно быть производства, а не 2. Так, ну это компьютер предложил. Шотландец, я там вроде тебе сделку посылал, посмотри. Это, наверное, один художественный построим. И скоро надо бы еще колесницы строить, чтобы армии делать, корпуса и армии из рыцарей делать. Ну это его же рабочий. Шалом, православная. Шалом, шалом. У меня не было такого ни разу, я тебе сказал. Были иногда вылеты, ну чтоб так. Давай мир. Да что загрузиться?
Да, если так, мне каждый раз будет делать, это, конечно, не дело. Так, тут уже конец материка. Не, нормально здесь будет. Города, нормально. Но, к сожалению, я, походу, в нормальную эру выхожу. О, тут Египет у нас. А, так это у грека вся его территория, что ли? Слушай, грек, так это что, вся твоя территория? Ты 4 города, это все, что у тебя есть? Грек, ты меня слышишь? Да. Тебе тут, да, наверное, надо было со мной договариваться с Инвиктуса, тогда пилить, а не вместе с ним на меня нападать. Ты бы согласился бы вначале пилить. Ну я ж не знал, что у тебя вот такое. Если бы ты рассказал, объяснил, то просто давай нападем. Ну нафига мне? Я просто видел территорию Инвиктуса, у которого куча места. Иди, селись, не хочу, а он с тобой воюет. И я решил, что у тебя то же самое. Я вообще не воевал с ним, Алексей. Я с ним даже ни разу не воевал. Ни разу. Инвиктус, зачем вот дурачка из себя изображать? Ты прекрасно понимаешь, о чем мы говорим. Я не воевал с ним, когда я понял, что я его не возьму. Инвиктус, я знаю, что ты с ним не воевал. Я знаю. Ты с ним не воевал. Ребята, кто еще не в курсе, что Инвиктус не воевал с греком? Я бы даже бы не стал с ним воевать. Да, а зачем ты строил армию и к нему вел? Ну я пытался, потом понял, что не получится. Так, ну Буэнос-Айрес захватывается, в общем. Жалко, конечно, терять наш ход. Так. Ну, Буэнос-Айрес следующим ходом я заберу. Все работает. Скидка на улучшение юнитов. Это, кстати, можно и убрать будет, в принципе. Потом ты золотые гигашки нашел? Ну, Маскат. Блин, Буэнос-Айрес даже район еще не поставил. Ну, он далеко-далеко. Виктус, ты, кстати, мерка примешь. Сейчас, кстати, скорее всего, у кого-то опять будет рассинхрон. Так, сколько городов у Египта? У меня еще будет шоколадка, кто хочет шоколадку. 2, 3, 4, 5, 6. Рай. 6 у Аравии, 6 у Грузии. Так, а сейчас все очки уже пойдут в следующую эпоху, да? На этом ходу в эту. Если ты, допустим, достраиваешь какой-нибудь 9. Кампус на плюс 3, это у тебя первый, и он достроится на следующий ход, то он будет на следующую эпоху. То есть на следующий ход уже печатания. На следующую эпоху, да? Да, да. Все, спасибо. Блин, так, давайте тогда отложим пока книгопечатание. Давайте индустриализацию. Пойдем временно. Это мы в Мбанзи Конго. Используем. Может пока тут покачаться. Юниты попрокачивать. А, вот нет, он Инвиктус берет.
ход, и не хватило мне 5 очков. Здорово. Блин, я взял ученого, потому что был классный ученый. И за счет этого сейчас выйду в нормальный век. Это, конечно, ошибка. Неприятная ошибка, я бы. Египет, предложение. Я так тоже чуть вот этот культурный район на 3. Это на 3 бы он соседству не поставил и не вышел. Нормальный век. Просто взял человека. Слушайте, а там у Грузии 9 городов. Это. Ты она вообще где у вас? В тундре. Она в тундре подо мной. Ну то есть вас не смущает, да? Нет. 9 городов? Ну, я насчитал 9. Не, ну 9, все правильно, но какие города? Их нужно видеть. Ну я вижу 3, и они с 3 жителями каждая. В одном даже 2 жителя. Так, а где там 2 хода до воровства денежек? Так, ну это вот у грека, похоже, может даже и на грека круче нападать. Одного очка не хватает. Так и знал, что ты фантом поймешь. Насчет ученого фишечку не заберешь. А я не могу там какой-нибудь великого ученого. Ну да, люди не чекают. Зря я забрал. 3 ученых взяли на этом ходу. 665. А, есть. Что да, блин. Паузу. Чё-то, Андрюха, у тебя не то, братан. Мне надо у кого-то денег попросить, чтобы его купить что-то от него навряд ли полководца. 165 мне не хватает. Ребят, кто 40 монет долганет? Тут купить кое-что надо. Ну или продам какой-нибудь ресурс, если хотите. А что у тебя, какие ресурсы есть? У меня тут дофига всяких ресурсов. Ну, перечисли какие? Нефрит, оливки. О, шелк. Оливки взял бы оливки. Оливки возьму, давай. Так, а это кто говорил? Митяй? Это, да, Индия. А, ну пока паузы мы не можем ничего сделать. Ну да. Видите, я получил 3 очка за то, что рядом с чудом поставил, и 1 очко, потому что агрессивная колонизация рядом с Кносом, всего через 3 клетки. Сейчас я надеюсь, я уже договорился с Индией, что он мне даст денег сейчас быстро, и я куплю этого великого человека тогда. Да, дорого, но нет золотой век того перенести. Стоит. Нет, на всякий случай повторю, что я вышел все-таки в золотой век. Там уже нужно, чтобы взял твоя союзная. Реформа денежного обращения плюс 3 денег. У тебя была изучена дипломатическая служба. И ее кто-то захватил. И, собственно, идем в танки параллельно с этим. Нет, там. АП, строя коляски, делая из них армии. Вроде как не обязательно, главное, чтобы ей войну объявили. То есть стали варенье, пока вот туда надо. Вообще надо уже сейчас идти по-хорошему, что-то я индустриализацию продолжаю открывать, хотя ну нафиг надо. Интересно. Ну, отлично. Прокачался шпион, вот его теперь в Вавилон можно. Надеюсь, будет что-нибудь. Хищение средств. Ух ты, как интересно. Равно в Вавилон отправлю. Так, меняем тут техи. Пошли вот так. Угольную шахту и броненосец. Это вот у меня вряд ли получится, конечно. Так, один ход.
Давайте. О, блин, а что, у меня два железа? Откуда у меня два железа? У меня второе железо, скажем так. У Буэнос-Айреса, что ли? Игровые бонусы. Какого-то великого человека, что ли, использовал на железо? Да вроде нет. В какой-то ГГшке железо? У Вильнюса? У Вильнюса нету. У Брюсселя? А, у Брюсселя железо. Вот блин. Алексей, тебе что, стелиться не было? В каком смысле? Кван? Ты про Кванга? Да. Ну что, нормальный город. Ну как-то не очень. Ну слушай, ну это моя территория в любом случае. Да, это... да не, на самом деле не очень. Ты не согласен, что это моя территория? Ну, она между нами как-то. Ну, ты понимаешь, что если бы ты там свой город поставил, он бы просто ко мне отвалился по лояльности? Нет. Нет? Но вот большой город рядом. Так, надо строить. Запретный город. Да, подстава с железом. Надо разбирать этот ресурс. Все еще город на метке. А в каком смысле помещается? Я вот ставлю вот слева от моих караванов. А ты еще не поставил? Ну, у меня подходит поселенец туда. Ты не видишь, что я не ставил? Я тебе так скажу, что на третий просто... ход, через два хода будет там город. Я понял. Не, я ж ничего против не имею, просто я вижу, что у тебя город Банзо Нсунди появился, думал, это он, о котором ты говорил. Банзо Нсунди уже стоял, когда мы начали с тобой обсуждать. Я понял, я просто думал, это новый город. Ну слушай, у тебя 6 городов, у него 8, почему ты ничего против не имеешь? Потому что он мог там давно города поставить, я не знаю, что он тормозил. Ну вот я о том же. К тому же у него там с верой все нормально должно быть. Ты же выходил в герой в предыдущий век? Да, у меня было... Не, я мог купить... Давайте я тут куплю. Я не ставил, потому что я был уверен, что Леша против. Не успел купить. Мне надо покупать... Не было, мне кажется... Ты очень, очень мягкий, Влад. Нет, вот ты же там ходил дуболомом. Я, честно говоря, думал, что когда-нибудь ты там города поставишь. Но ты не поставил, теперь я ставлю. В данном случае просто кто быстрее приведет, тот поставил. Так, скидка... Пока убираем содержание. Соседство для кампуса. Ну, вот это, наверное, можно сейчас убрать, потому что там они науку не дают больше. Давайте вот этих новых строителей возьмем.
дальше пойдем куда? Естественную историю. Надо астрономию исследовать. Быстренько исследуем. Военная наука здесь. Луки Сивани не смог построить. Жаль. Грек. Сколько у нас художественных, а сколько... Так, художественный раз, археологический раз. По одному. Здесь неизвестно. Здесь неизвестно. Давайте тогда археологически пока. Продлим союз с греком. Продлим союз с арабом. Все согласились. Нет, не вылетайте никто. Фу. Никто сейчас метки не ставит случайно? Я ставлю. Ну вот у меня сразу подлагивать начинает. Не, кавалерия. Танки, танки. Танки, артиллерия. У Алексея 140 науки, да? У нас с тобой по 80. То есть он выйдет в танки, в артиллерию, ну, в два раза быстрее, чем мы, с тобой. Первый пойду я. Ну, пойдешь ты. Упал у всех, подожди. Потому что золотой век ушел. Все брали. Не все так плохо. Я тебе расскажу, что будет с тобой. Нигдус, а у тебя религиозные эти районы есть? Один, кажется. Ты веру не хочешь распространить? Я могу распространить. Кому? Я это кто? Араб. Кто куда распространяет? Так, у тебя что там, Аллаху Акбар, да? Фантом, опять ты своего любимого инженера возьмешь? Да. Да не. Тебе, по идее, уйдет, если ничего не поменяется. Мне? Араб, у тебя религия такая себе, слабенькая. У меня 27 очков, у тебя 76? Ну, у тебя 6, а у меня 4, и я пока не могу ничего поставить. Я просто из принципа не буду ничего ставить, чтобы он тебе ушел. Это твой любимый инженер. Как я могу тебя лишать Леонардо да Винчи? Я разве изверг? Да ё-моё. Так, Алексей, я там в Брюссель на посоюжу один ход. Да пожалуйста, а чё он там даёт вообще? А, не, это... Не юнита, чудеса. Там просто варвары есть в той тундре. Я хочу мушкетером кого-нибудь убить, чтобы получить ускорение. Ну и вера распространяется. Я думаю, ты не против моей веры. Она хорошая. Сейчас глянем. Ну да, ничего такая. Арабская вера мне вообще бессмысленна. Не, ну она для меня и сделана в целом. У тебя сколько священных? Две? Да. Нет, да.
Ну, тебе когда выгоднее. Никогда. Ну, так она обычно. О, красители возьму, а тут у нас будет шоколад. Изначально я планировал вообще в каждом городе поставить. Тут просто, видишь, вот это... Не хватает. Вот это вот место между моими городами, тремя первыми, я не знал, какое оно. То есть я вообще рассчитывал там город внутри поставить. Видишь, там не помещается. А где еще одна бомбарда у меня? Если бы там одной горы не было, то я бы смог поставить этот город, и я бы там вообще, типа, много всего мог классно делать. Только у меня и кампусы не совсем правильно стоят, и вообще не очень все хорошо. Я, в принципе, не рассчитывал увидеть здесь и соседей. На улице дождь пошел. Генератор нас подставил. Снова. Так близко я еще не видел. Египет, союз не хочешь какой-нибудь? А какой ты хочешь? Ты сказал, если что ты не хочешь. Ну я так понимаю, что грека пилить сейчас будут. Мне надо замену грека кого-то. Ну, а я что, плохой союзник? А потом тебя будут пилить, Инвиктус. А-а-а, понял. У Египта армия, чтобы пилить. Так я прав. Ворот распил в природе, да? Сколько-то мало, раньше танки не шатался. То есть ты уходишь в танки, надо больше строителей, больше тут всего делать. Вообще, конечно, лучше было вот эту ромашку где-то тут ставить, потому что тут, видите, все ровное поле, а тут холмы. У меня вся ромашка на холмах практически. Ну вот, вот эти районы не на холмах. Правда, это вот все равнины. Ждем. Ребят, извините, на минутку паузу, а то у нас тут ливень начался. Ой, блин, с громом. Мне тут позакрывать все надо. Инвиктус, переезжай в Беларусь. У меня плюс 31. В Шклов. Кстати, кто знает, ну я думаю, украинцы переведут, но вот Шкло. Что Шкло значит по-белорусски? А? Свалец. Ну, Влад, ты же украинец. Да, но как оно пишется? Через... Ты уверен, что через Эш? Ну, Ш, а не через С. Шкло? Ты меня спрашиваешь, уверен ли я, как пишутся слова в белорусском языке? Через С или через Ш? Через Ш, конечно. Шкло. По-белорусски стекло шкло. А, ну, на украинском скло. Ну, вот это разница между украинским и белорусским. Белорусский, он более такой, ну, более мягкий, что ли. То есть у нас тут больше этих Г, Ч, такое. Я знаю, у меня много друзей белорусов. Один даже хорошо знает белорусский язык. В основном почти никто не знает, но он именно знает хорошо. Так, что я тут достроил? Поселенцы я построил. Разговариваю. Нет, я не догадываюсь, что такое шкло. Промышленный область. Шкло это на белорусском, а на русском это... Ой, на украинском это просто скло. Стекло. Военный лагерь, кампус. Давайте развлекательный комплекс здесь сделаем. Как бы... Только вот куда его... бахнуть. Шкло, это как будто там несколько букв удалили. Да нет, это стекло. Я говорю, как будто там несколько букв удалили из русского слова стекло. Может, это в русском несколько добавили, как тебе? Такой вариант. Да, это просто упростили. Да, конечно, мы вообще упростили. Сложно, блин. Он очень сложно, на самом деле. Русский мне очень было намного проще, чем украинский. Так на нем все разговаривают. На русском? Да. Ну, типа того, да. Грузия, Казахстан, Армения, Азербайджан.
я вообще по другим целям изначально хотел бы... Грек, ты можешь Апеллофин убрать лучниками, пройти через речку просто? Спасибо. Если что, мы с Инвиктусом военный союз включили. Да пожалуйста. Тебе вот, Грек, реально, вот сейчас я увидел твою территорию, вот тебе вот стопудово надо было с Инвиктусом вначале воевать и его захватывать. Мне вот это просто... Мне надо было стопудово на тебя нападать. Просто потому, что твои города ближе. Ты не мог на меня вначале нападать с моим уникальным юнитом. У тебя гоплиты и у меня эти ганга там зимвы. Если бы у меня хотя бы не было этих джунглей с лесами, они у меня были. А твои юниты, они антикавалерия или ближний бой обычный? Они ближний бой, но они имеют плюс 10 против стреляющих юнитов, то есть их очень тяжело. И плюс 10, наверное, имеют против этих, против антикавалерии. Плюс 10 против антикавалерии? А, да, кстати, они, наверное, еще и против гоблитов твоих тоже плюс 10. Сейчас я гляну вообще, я не уверен, честно говоря. Ну, против кипейщика они точно дают плюс, ну, получают плюс 10. Дают, дают. Просто в его... То есть вот у тебя идея в том, что ты просто имеешь двух соседей, у одного которого против тебя есть бонусы против твоих уникальных юнитов. У меня очень плохое положение. Кстати, что-то быстро пошла игра, да? Нету никаких там подгрузок. Не надо карты. Шотландец, ты загрузился, да? Да. Делай, что ты хочешь. Спасибо, что разрешил. Все, идет нападение на Шотландию. Да я давно собирался. Попил. Или банку стоит. Да я араб, который на тебя на мамлюках нападает. У тебя города по 45. Мне тут и так шансов мало. Тогда какой смысл? Шансов мало, но я их не заберу. И можешь флот ко мне не отправлять, потому что я успею к тому времени уже свой построить. У нас проплыв есть? Я не знаю, я думаю, есть. Но это очень долго, то есть я там бессмысленно, мне кажется. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Три, раз, два, три, четыре. А до этого не дотягивается развлекательный комплекс, блин. Может, это все-таки тут не строить, а в банде Конго его построить. Да, чеченицы. Я все джунгли вырубил для чеченицы. Ладно, продолжу строителей тогда тут делать. Хотя мани прокачивать. Будем разбирать шахту, чтобы коляски строить. Три. Ну, вот отсюда атака тремя танками и корпусом арты будет достаточно для Леона, я думаю.
Поэтому перебрасываем все остальное сюда. Центр коммерции надо тут строить, а тут гавань потом. Пересчитать нужно или мне просто ждать, когда ты загрузишь и ты мне скажешь? На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!